мои дорогие, с вами Оксана, и сегодня я предлагаю вам обзор своих покупок из фикс-прайса. Сегодня я покажу вам свои новые покупочки и обзор тех покупок, которые я сделала ранее, и расскажу о них, что я с ними такое сотворила. Итак, новое, что там появилось? В продаже появились вот такие ковшики, 1,5 литра. Это расцветочка Кжель называется, были там расцветочки и орхидеи. В общем, такой обычный пластиковый ковшик. В хозяйстве, думаю, пригодится. Вот такой вот легкий, удобный пластик. Так, следующая новая покупочка. Это вот такие вакуумные пакеты. 38 на 54 сантиметра. Ранее брала я пакеты с крючком такие. Как бы мне вот именно без крючка показались более удобные в применении. Пылесосом я воздух выдуваю из этих пакетов. Да, действенная такая штучка, хорошая покупочка. Уменьшает объем на 70%. Так оно и есть, хорошая покупка. Так, следующая хорошая покупочка, которой я очень довольна, это вот такая щетка прорезиненная. Это подарок котику. Я ее уже попробовала на котике, использовала. Да, хорошая штучка. Здесь такой фиксатор для руки, по размеру можно зафиксировать руку удобно. Она резинистая, да, волоски очень хорошо убирает. В общем, такая хорошая покупочка. Разного цвета были такие штучки. Так, не в первый раз беру я вот такое оливковое масло. Еще это не открывала. Одна баночка у меня уже все закончилась. Беру я это масло не для того, чтобы в пищу применять, а я использую это масло для масок для волос. То есть перед мытьем волос я смазываю вот оливковым маслом. Для этих целей очень хорошее маслечко. Так, следующее, что я прикупила там, это вот такая вот штучка. Так, минуточку. Продолжаем. Следующее, что я там прикупила, это вот такая штука, это пробка для ванной. То есть задумка-то очень, так сказать, хорошая. Пробочкой затыкаешь ванну на цепочке, вот эта штучка плавает поверх. Звездочка, там были и рыбки вот такие. Но она мне не подошла. То есть размер вот этой пробки, он больше, чем размер отверстия в ванной. То есть, девчонки, смотрите, если кто будет покупать, либо ходите с пробкой, которая подходит вам, либо замеряете. В общем, мне вот эта штучка не подошла. Бесполезная покупочка. Так, не в первый раз я беру канцелярию в фикс-прайсе, мне это очень нравится. Ну, вот такой блокнотик я взяла впервые. То, что подкупила, он на резиночке. Девчонки, очень удобный в применении. Линовка в клеточку. На такой закладочки есть, в общем, для того, чтобы носить с собой в сумке, на резинке, очень удобные. Расцветочки, опять-таки, были разные. Я взяла такая бархатистая основа с цветами атласными. Красота! Так, следующее, что я брала, осталась довольна, это вот такой мешочек для стирки в стиральной машине. Использовала. Хочу сказать, что да, швы не разошлись, замочек держится. Поизносится, куплю еще такой мешочек. В обычных магазинах они гораздо дороже. 45 рублей вот за такой мешочек. Это очень-очень выгодная покупочка. Рекомендую, присмотритесь. Так, следующее, что я там брала, это вот такой контейнер. Такой вот так раскладывается. Я его использовала для хранения косметики в ванной. Но мне он как-то не понравился. Не понравился то, что форму он не особо так, как говорится, хорошо держит. И стирать, я думаю, его в машине стиральной либо руками нельзя, потому что вот это вот картон вставлен. И сама ткань такая полубумажная. В общем, как бы одноразовый такой контейнер, я не знаю, стоит ли, нет ли его покупать. Даже за 45 рублей, думаю, что бесполезненькая такая покупка. Так, следующее. Не нашла применения я вот такому контейнеру. Девчонки, кто для чего использует, подскажите. У меня есть отдельное видео по контейнерам из фикс-прайса. Кому интересно вот это, посмотрите, пожалуйста, видео. А в ответ, как говорится, напишите, для чего используете именно вот этот контейнер. Так я и не нашла ему применения. Лежит, ждет своего часа.
Так, следующее, что мне там понравилось, покупала я вот такую клеющуюся ленту. Клеющаяся лента, разные расцветки там была, она вот так упакована. 50 на 1,20 м, по-моему, размер. Брала для чего? Для того, чтобы сделать вот такой комод оклеить. Я сделала комод, мне он нужен был просто вот такой, из коробок из-под печенья. Я просто склеила эти коробки и оклеила вот этой лентой. Клеится она хорошо, могу порекомендовать для различных поделок, если кому-то это интересно, вполне она для рукоделия подходит, эта лента. Так, еще хочу отзыв оставить свой о вот таких горшочках для цветов. Такие горшочки. Я уже пересадила цветочек, и он у меня, как говорится, 2 месяца стоит. Потемнел, хочу сказать, сразу стоял на солнце, может быть, под воздействием прямых солнечных лучей. Так горшочек потемнел. Я брала таких 2 горшочка. Вот такие цветочки у меня в нем. В них живут. Один вот такой вот. Один вот такой. Думаю, что если, как говорится, не на солнце, возможно, он и не поменяет своего внешнего вида. А так вот так. И следующий цветочек, который у меня живет вот в таком горшочке, тоже из фикс-прайса. Девчонки используют его для хранения кистей, всего-всего-всего. Я пересадила сюда цветочек. Ну, вот довольна вот этим, как говорится, горшочком. Я довольна. Вот такие, как говорится, новости у меня по фикс-прайсу. Захожу я в этот магазин довольно-таки часто. Находится он очень близко от моего дома. Не надо никуда ехать. Поэтому, как говорится, новостей по фикс-прайсу у меня много. Оставайтесь со мной. С вами была Оксана. Всем пока-пока.